Это вот входная дверь сразу, двойная дверь. Здесь прихожая, гардеробка, гардеробная большая. Здесь санузел большой, просторный, все в кафеле. Сушилка остается. Так, здесь кухонный гарнитур, холодильник, люстра, вытяжка, духовой шкаф, варочная поверхность, стиральная машина. Здесь у нас подоконник хрущевский хороший. Окна все во двор, во дворе магнит. И это сразу вот проход у нас в зал. Тоже большое трехстворчатое окно. Этаж очень высокий. Под окном никто здесь не ходит. Тишина, спокойно. И вот сама отделка комнаты. Потолочки идеально сделаны. Все. На полу ламинат, кстати. По мебели остается практически все по договоренности.